Детского информбюро. В ночь на 23 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удары по железнодорожному узлу и порту Данц. На Данцигском направлении наши войска продолжали наступление. Советские пехотинцы и артиллеристы при активной поддержке авиации взламывают укрепления Данцигско-Гдынского внешнего оборонительного обвода. Немцы, опираясь на мощную полосу обороны, оказывали яростное сопротивление. Наши пехотинцы и танкисты стремительным ударом преодолели несколько линий траншей и прорвались к побережью Данцигской бухты. Таким образом, прибрежные железная и шоссейная дороги Данциг-Гдыня перерезаны советскими войсками, а вражеская группа войск расчленена на две изолированные друг от друга части. На 23 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 204 немецких танка и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 107 самолетов противника.